17 июля завершилась 27-я Всемирная летняя универсиада. Событие, к которому Казань готовилась последние 5 лет. Почти 12 тысяч участников, 160 стран, 27 видов спорта, 350 комплектов медалей. Это крупнейшие за всю историю Всемирные студенческие игры. Весь мир следил за состязаниями молодых спортсменов. Болельщики радовались их победам и расстраивались из-за поражений. Универсиада 2013 года, которая проходила в городе Казани. 5 рязанских спортсменов также привезли домой победные золотые медали. Поздравил их губернатор Олег Ковалев. Очень приятно поздравить наших ребят, которые добились серьезного успеха на универсиаде в Казани. 3 золотых, 2 бронзовых медали – это хороший показатель для Рязанской области. Я убежден, что такие победы, они не только поднимают спортивный статус региона, но и служат отличным примером для молодежи, для здорового образа жизни. Спорт для России сейчас стратегическое направление. Впереди Сочинская Олимпиада, потом мировой футбольный чемпионат. Поэтому казанская победа так высоко ценится и преподносится российскими спортивными функционерами, несмотря на критику некоторых экспертов за рубежом. Мы не хотим проигрывать ни на спортплощадках, ни в политических забегах.